Хостинском районе на начало года в программе «Малых дел» значился 231 пункт. 19 уже выполнены, но прибавилось еще 24. Людей волнуют ремонт домов, строительство детских площадок и ремонт дорог. Если благодаря краевой субсидии в Сочи в этом году будет отремонтировано почти 100 улиц, то вот некоторые вопросы, например, прокладка новой линии уличного освещения, быстро решить сложно. Есть огромный комплекс проблем, который стоит перед нами. Ну, я очень понимаю, что всем хочется сегодня и сейчас, но вместе с тем и люди должны понимать, что чудес не бывает, что по команде «ГОП» мы все сразу не сделаем. Тем не менее, в Хостинском районе уже отремонтировано 17 улиц, 3 в работе. Это Обовяна, Новороссийское шоссе и дорога на Большой Ахун. Кое-где на уже обновленных улицах по просьбе жителей установят так называемых лежачих полицейских или знаки, запрещающие проезд большегрузов. В Центральном районе, куда сразу после Хостинского приехал Мугдин Чермит, завершен ремонт 27 улиц. В работе Комсомольская, Пластунская и переулок Ряжский. Завершается ремонт улицы Полтавской. Там за соблюдением графика рабочими следят не только специалисты, но и сами жители. На Крымской спилены аварийные деревья. Обо всем этом просили представители ТОС. Это и есть тот диалог органов власти с активом района, с жителями района, когда люди видят, знают, понимают, когда, каким образом, в какие сроки решаются обозначаемые ими проблемы. В следующем году по поручению главы Сочи будет начат ремонт междворовых проездов и подъездов к садовым товариществам. Примерная смета работ – 92 миллиона рублей.